Губернатор Олег Кожемяка посетил новую пожарную часть в селе Береговое на полуострове Песчаном. Объект построен в 2022 году. Ранее защиту от пожаров в населенном пункте осуществляли местные добровольцы. Сейчас здесь проживает чуть больше 400 человек, а летом территория становится местом туристического отдыха. Поэтому профессиональное пожарное подразделение было необходимо. И что у вас будет, зона какая? Район выезда этой части, два населенных пункта, Береговое и Песчан. Под район выезда, то есть в помощь соседней, среди этой районной части, Барабаш, 12 населенных пунктов. Ну и по максимальному номеру рангу пожара в район 37 населенных пунктов, то есть все, что входит в муниципальный район. Новое здание в Береговом было построено в короткие сроки, всего за 5 месяцев. Благодаря применению технологий быстровозводимых конструкций удалось снизить и стоимость проекта до 16 миллионов рублей. Сейчас такую программу примем. Вот, наверное, будем порядка 10 таких депо в год строить по территории. Где-то уже есть старые, где-то изношенные. Хорошо себе зарекомендовали по оценке непосредственно самих пожарных. Это МАЗы, вот, которые делаются из металлопластика, что для нашего климата, в принципе, довольно приемлемо, в силу того, что они не поддаются ржавчине, и долгое время может служить сам кузов СССРный. Поэтому сейчас они тоже будут смотреть, какую технику закупать. Ну и необходимо будет провести работу сейчас с сотовыми операторами, с тем, чтобы на вышках сотовых операторов установить в районах высокой горимости камеры видеонаблюдения, в том числе тепловизионные. И это даст возможность, во-первых, вовремя контролировать, ну и с тем, чтобы была реакция мгновенная, будет пока вот в нескольких районах, наверное, порядка в 5 районах будут созданы такие высокомобильные группы по тушению пожаров. Строительство подобных пожарных депо позволит увеличить количество территорий, которые будут находиться под защитой профессиональных пожарных. Анна Дьякова, новости на 8.